me a now, girl. Мы с Леной учились вместе с первого класса. Ну, я знал, что Лена в меня влюблена. Лена, что была полненькая, называли коровой. Ну, толстый. Сказал Лен, типа, ты, ну, пухлая, мне, ты мне не нравишься. Ну, я не знал, я просто сказал, не думал, что он пойдет и начнет худеть. Такое она мне не нравилась. Потом она стала такой, но такой она мне тоже не нравится. Настоящий мужик должен выглядеть и вести себя как Джейсон Стэтхэм, чтобы нравиться девушкам. Я думаю, что я понравился Лене, потому что я был самый сильный, самый умный в классе. Девушка, чтобы мне понравиться, должна быть красивой, стройной, с упругой грудью, как Вера Брежнева. Еще мне нравится Кэмерон Диаз. Я считаю, что Лене не стоило худеть.